Всем привет-привет! Сегодня у нас с улиточками банный день, и я хочу вам показать моих тигров из Занзибара. Сразу говорю в кавычках, это моя шутка. Это расщепление занзибариков, линия чехов, импорт Украина. Идет, продолжают много споров о их происхождении, но, повторюсь, меня это совершенно не интересует. Мне нравится, безумно нравится их насыщенная розовая попка, как я всегда называю, да? Апекс, я знаю, друзья, что это апекс. А вот их огромные размеры, то есть они больше лимки. Вот сейчас, может быть, вот это вот растянется. Вообще пируэты, конечно, они такие делают, такие растяжки. У меня даже стал муж засматриваться. Они у нас стоят на кухне. И порой ножка так просто растягивается. Я не знаю, врать не буду, сочинять не буду, но очень длинная. И кажется, что улитка на самом деле никаких там не 7-8 сантиметров, а все 10. Рисуночки у нас был момент, стали полосы, но сейчас вот опять пошел зигзообразный рисунок. Так, типа вот поинтереснее-то выбрать. Они все сейчас в кучке, как и всегда, их намоешь, и они начинают кучковаться, дружить. Так вот мы покажем, да. За улитками наблюдаю созревание. То есть ребята становятся половозрелыми. Так что я думаю, что очень близок момент рождения малышей. Ну, не будем торопить события. Пускай все своим чередом идет. Вот такие красавчики. Очаровашки. Даже не буду говорить, в каком объеме они сейчас живут и как говорится, в тесноте, да не в обиде. Но в явной тесноте такая моя куча мала. Но они не только продолжают рост, они прекрасно себя чувствуют. Они постоянно в движении, они постоянно на глазах. То есть, если вот тигры у нас спят, а вумята спят, то эти занзочки и желтенькие мои тоже постоянно висят, ползают. Возможно, это, конечно, зависит от количества улиток. Чем больше, тем каждая, как говорится, занимается. Кто-то спит, кто-то ползает. Но, в принципе, спящих буквально единицы. В основном они как раз все в движении, все в каких-то заботах. Ну, вот это нам, наверное, покажет. Вот видите, у нее практически желтых тонов нет. Буквально одно-два пятнышка. То есть, сам цвет ракушки, он такой, я бы сказала, светло-бежевый и с такими насыщенными полосами. Сочнее стали полоски, шире стали полоски. Шахматный рисунок, ну, можно сказать, наверное, что практически ушел. Остается только вот у еще растущих улиточек. Есть такие у меня, да? Вот. Но размеры, апексы, это, конечно, красота. И вот интересное, что я заметила, ему очень понравился. Смотрите, какой размер улитки. Вот.
же, она же просто огромная. Надо вот замеры сделать ради интереса. И она еще растет, это видно. Но и в то же время уже половозрелость тоже можно приглядеться и наблюдать. Через камеру, может быть, не сильно видно, но даже вот у этой улиточки есть уже бугорочек. То есть ребята взрослеют и очень хорошо растут. Да, вот очень видно. Вот. Так что ждем, ждем, наблюдаем за нашей красотой. Очень интересно, что там будет. Друзья мои, и повторюсь, сезон отправочек у нас заканчивается. Ну, вот это вообще, вот смотрите, какие. Ну, это вот растущие ребятки, еще несколько особей есть. И у них вот такой рисуночек сохраняется. Чем старше, я так понимаю, тем полосы просто становятся темными и широкими. Поэтому, если кто-то еще желает, кому-то стало интересно, реально таких цен, я думаю, уже нет и не будет на желтых занзибариков. Этих я еще, конечно, не продаю, не бронируйте. Только ждем и мечтаем, что будет в потомстве. Наблюдаем. А там уже видно будет. Посмотрим, как они нас чем порадуют. Желтые занзибарики еще осталось, наверное, около, ну, штук 10, может быть, чуть больше. Цена у меня за 4 улиток, то есть компания большая к вам приедет. Они братики этих. Меня спрашивают, могут получиться такие же? Ну, я думаю, почему нет? Ведь если они прошло такое расщепление, то все может случиться. Вот, поэтому, ну, в основном, конечно, это детки спрашивают, взрослые понимают, что нужно подождать. Деткам хочется у нас все сразу. Ребят, тоже скажу, дарить улиток это, конечно, можно, но ведь вы понимаете, вас же мама кормит, вам одежду никто не дарит. Поэтому я и так делаю бонусы хорошие, кто покупал, тот знает. Стараюсь никого не обидеть, а наоборот, сделать приятные сюрпризы. Вот. Так что пишите. Еще малыши есть. Занзибарики, Аумята, Сильверы подрастают. Осталась пара Москвы. Но у меня недавно буквально вылупилась... В 20-х числах еще кладка Авумят московских. И подрастают Сильверы белорусы. Там что-то вообще необыкновенное, между прочим. Кто кладочки покупал, тот, я думаю, будет рад этому. Потому что там очень красивые ребята. И сейчас в наличии две кладки. Тоже обращайтесь. Цена смешная. Одна кладка москвичей, одна кладка вот буквально вчера от белорусов Ховум и Сильверы. Ну вот и все. Пока все. Такой вот сейчас обзорчик. И на этом мы закончим. Так, получилось долго. Ну, хотелось, очень-очень хотелось показать эту красоту. Правда, мне очень нравится. Пока-пока!